right now, fighting on the biggest stage, probably his life and career. Nice spinning body kick. Элемент, который, возможно, следует Ивану. О, попадание! И, похоже, добивает Дерюшка! Максим Протасов в великолепном броске влетел и перебил дальше Ивана. Just in case you've been wondering about the rumors and stuff, they're motherfucking true. We're at it again. Tell them, baby. Where we at, man? We at ATT Evolution squadding up, getting some work in. And yeah, you curious motherfuckers that want to know, you right. Tell them, baby. Says bring it, and the crowd loving it. Footworking. Oh, and again. That was at 145 against Uriah years ago in the WWE. Oh, Jesus. Here, Jeff. But so far he seems very composed. Not just composed, but calm and collected. And doing well, and he just caught Dominic. Well, he caught him again. The accidental headbutt. Oh, he tagged him. He tagged him with the right hand. Garbrandt. What head movement by Cody. Yeah. Beautiful head movement. And he is... Control. Love you, dude. Love you. Work them out.
the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 30-26, 30-27, and 30-27 for the winner by unanimous decision, Alexander Rocket! All three judges score this contest 30-27 for the winner by unanimous decision, the Haitian sensation, Neil Magny! I see, c'est passé! Huge performance. So look for him to go for that guillotine here. If he's got that tied up, that's going to be trouble. That's a wrap, I'll tell you that right now. If he holds that neck, you're in trouble, man. Aguilera did a really nice job of fighting that off, because Sean's got a squeeze like I've never felt in my life. He's got it. That's it. That's it. I'm telling you. He's out. But he's out. Sean Brady, still undefeated. Second round submission for the fighter from Philadelphia. Pizza. Мой любимый фастфуд – пицца. Мне нравится Little Caesars. В Ноксвилле есть местечко, которое находится на территории кампуса. Называется Gus Good Time Daily. И если вы о нем знаете... Скажем так, когда Sports Illustrated выпускали журнал для колледжа, и там был список, чем заняться, когда ты в Ноксвилле. Первым шло посетить футбольный матч университета. Второй пункт – остановиться в Gus Good Time Daily. Это приносит мне много неприятностей. Что вы там едите? Чизбургеры с картошкой фри. Из вредной пищи я всегда выберу чизбургеры. Что вы туда добавляете? Бекон, салат, помидоры – все, что нельзя во время тренировочного лагеря. Моя любимая вредная еда – чикагская пицца. Если вы когда-нибудь будете в Чикаго, заходите в Джорджио Люминетти. Там лучшая пицца в чикагском стиле, и это мое любимое блюдо. Чизбургеры и пиво. На первом месте пицца. 2 года в старшей школе я подрабатывал доставщиком пиццы. Даже когда я иду в Whole Foods за продуктами, мне требуется вся моя сила воли, чтобы не пойти и не взять хотя бы кусочек. Я говорю себе, это же Whole Foods, в Whole Foods можно есть все, что угодно, это же полезно. Но я вынужден останавливать себя, давить на тормоза. Для меня пицца это... У меня даже сейчас мурашки пошли. Я люблю с курицей, беконом, красным луком, зеленым луком. А еще полить соусом барбекю. А если еще и корочка будет хрустящей, то это точно пицца для чемпионов. Если я в Майами, я обязательно ем латиноамериканскую вредную пиццу, потому что в Майами много представителей моего народа и, соответственно, испанских блюд. Но вообще я простой парень, мне легко угодить. Можете отвезти меня в Макдональдс и купить мне двойной чизбургер Биг Мак и Роял Чизбургер. Я обращаюсь к девушкам, которые хотят накормить своего мужика. Мне бы подошел и Макдональдс, Стейк энд Шейк, Бургер Кинг, Тако Белл. Мой любимый фастфуд – начос, картошка фри и ванильное мороженое. Моя любимая вредная пища. Должен сказать, я любитель печенья. Даже во время тренировки я должен съесть 1-2 печеньки, чтобы утолить этот позыв. Вообще, печенье с молоком – это то, чем я не против перекусить посреди ночи. Причем любые, с шоколадной крошкой, двойной Орео. Печеньки – это все для меня. Сейчас моей любимой вредной едой можно назвать пиццу. Я не по-детски хочу пиццу. Мороженое. В последнее время я полюбил фруктовый лед и мороженое с тянучкой внутри. Не знаю, как это называется. Наверное, потому что Сан-Хосе сейчас очень жарко, а мороженое освежает. Качественное печенье с шоколадной крошкой, а не какое-нибудь дешевое из магазина. Домашнее, свежее, с настоящей шоколадной крошкой. Пицца. Я не ел пиццу уже 5 месяцев и просто умираю от этого. В Нью-Йорке есть лучшее место, пицца Джо, если вы будете там. Джо, с тебя 5% прибыли. Лучшая пицца, как же я по ней скучаю. Я даже не знаю, почему я сказал пицца. Да что угодно, пепперони с сосисками или простая. Но говорю вам, в ту пиццу можно вообще ничего не добавлять. Она настолько классная. Я люблю дагестанскую кухню, особенно хинкали. Что это? Вы не знаете. Очень вкусное блюдо.
Печенье и брауни – это легкий выбор. Я гурман. Если честно, просто хорошая еда. Я совсем не привередлив. Хорошая еда в хорошей компании с хорошими людьми и Budweiser. Я бы хотел, чтобы моим спонсором стал Budweiser. Это первое, что я бы хотел выпить после боя. Жевательные конфеты, мармеладные червячки, овсяное печенье, ванильное Орео, печенье в форме мишек с лесными ягодами. Что еще? Лакричные конфеты, как Твизлерс. Красненькие, в большом ведерке. Шоколадный батончик Almond Joy. Что еще? Мороженое, знаете, которое с печеньем. А между ними всякая вкуснятина. Или то в ведерке, Ben & Jerry, со вкусом чизкейка. Мороженое Häagen-Dazs. Это мороженое премиум-класса. Я могу продолжать просто бесконечно. Хлопья Капитан Кранч. Я никогда не завтракаю, предпочитаю есть вечером. В общем, много всяких вкусняшек. Я могу продолжать вечно. Остановите меня. Гамбургеры. Я обожаю гамбургеры. Люблю после боя пойти куда-нибудь, в разные места. Но везде ем гамбургеры. Гамбургеры и луковые кольца. Gentlemen, 20 years of age, no feat. Jim Leggett!
pressure up, thank God. Watch this. He jumped and he was really erratic, so aggressive. But watch this shot. He looked and he fixed it, bang, right round the chin. And he was absolutely dusted. We said no. Kevin McDonald's got his work cut out for him here. Stay back, guys. Out. We're good here. It's like, listen, guys, you're going to get to fight in just a second. That is what you're being paid to do. Let's do it all on the level here. All right, so plus 180, Iwan Kutalaba is the underdog. Magomed Ankalaev is minus 220. He'll be in the red. Kutalaba is in the black. Got all of that out of the way. Here we go. I mean, you've got to deliver after that now. Kutalaba starts with a low kick. I mean, I don't care how composed you are, that has going to be a little nerve-wracking. I mean, you're going to fight anyway, but when the guy is like that, so intense, running across the octagon like that, the stakes are high in this one. Look at this! Wow! Couple of kicks, and it is a good one! And again, how is Kutalaba still on his feet? Wow! Three head kicks in a row, he's out on his feet! Wow! And he stops it, and Kutalaba disagrees! Get the security in there for Kevin McDonald's safety. Well, he's face to face right now. Man. Kevin McDonald stopped it. Kutalaba was on his feet. Several head kicks connected. Some solid punches landed. Kutalaba was definitely wobbling. He was definitely looking like he was on the way out. But he was still there. He was still standing and still fighting. And also immediately protested. Immediately had his wits about him enough to know what happened and to know to disagree vehemently right away. I mean, let's take a look here. Comes in, gets caught with the two hooks, wait for the first head kick. I mean, he's wobbling. That one didn't quite connect. Throwing back that one to the body, and still he's hurt. Blocks that one, came in with an overhand, didn't connect. He's wobbled here, he's wobbled, but he's still fighting, he's still in the fight. His body language doesn't look good, but nothing is connecting. He may have been rope-a-doping, maybe try to play a little possum. Who knows? That one connected, and the referee dives in. All right, let's take a look in real time. And here it is. Stopped it right there. Kutalaba swung wildly, but it was already called before that. Yeah, there's a potential there that he was just rope-a-doping, playing possum, trying to lull him into a false sense of security. I'm not trying to rain on his parade or piss on his bonfire, but the referee made a huge mistake. All right, so now the official result is in, and for that, let's find out what it is with Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Kevin McDonald has called the stop to this contest at 38 seconds of round number one, declaring the winner by knockout, Magomed Ankalaev. Ladies and gentlemen, I'm here with your winner, Magomed Ankalaev. Magomed, you speak English? That was a very unusual circumstance. How do you feel about what just went down? How do you feel about what just happened? Yeah,
Yeah, I feel like I connect the punch. I feel like hurt him, and I know they stopped the fight. That's all I know. That's what happened. Oh, obviously, you can hear the crowd is very upset. The crowd is very angry that the fight was stopped. Does he think that the referee made the right decision to stop the fight? I don't know, it's not my job, it's judge. I know I hurt him, so I believe it's fair. Yeah, absolutely, it's not your fault. You are here to fight, the referee is here to do his job. Do you feel like you want to do this fight again? Is there a potential? Would you take a rematch if the UFC decided to grant that? I'm ready anytime. All right, well, ladies and gentlemen, this is your winner, Magomed Ankalaev. It's not his fault, ladies and gentlemen. It's not his fault. Could the drama get wicked? Vlahović ga bliska drugo jedno samo ašonada eto a bomba de direita o golpe de encontro o diretaço pegou e fim de papo brutal Anderson foi pra cima e uau desmoronou no chão depois da sapatada de direita do Vlahović. Yeah.